Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Отель «Меркури» Хургада расположен в 33 минутах езды от аэропорта Хургады в 16 километрах. Находится отдельно от других отелей. Рядом с отелем нету других отелей. Пустыня с одной стороны и с другой. Невдалеке находится отель «Бич Альбатрос». И отель «Магавиш». Территория отеля большая. Есть несколько бассейнов. Вот один, вот второй, третий. Вход в воду песчаный, пологий. Рейтинг отеля на топ-хотеле 4,66. Отель «Меркури» 4 звезды. На самом деле хороший отель. Он дороже стоит многих пятерок. Руководство отеля просто не заморачивается звездностью и не хотят там доделывать всякие конференц-залы и так далее, и поэтому 4 звезды осталось. Это французская линейка, у них еще «Новотель» тоже входит в их сеть. Питание очень хорошее, анимация хорошая. Здесь отдыхал один из наших коллег, он сказал, что все очень на хорошем уровне. В отеле есть представители русскоговорящие, «Гастролейшн», поэтому проблем не должно возникнуть при заселении и при общении. Вот в таком восточном стиле. Небольшой ресепшн. Компактный. Внутренний дворик. Тоже такой компактный. Вот еще один такой дворик. Это второе такое. Зал с баром. Ну и вот он, пляж. Территория небольшая, компактная. Вход в море здесь хороший, песчаный. В номерах была сделана реновация, Wi-Fi на ресепшене бесплатно. Буду читать, очень много информации. Есть детская анимация, джакузи, сауна бесплатно, 30 минут в день. Есть у них концепция Ultra All Inclusive, $15 в день стоит, включает напитки премиум-класса египетские, фреши и бар отдельный, где есть овощи, фрукты. В Хургаду один раз в неделю бесплатно, чайник под запрос. У них есть три а-ля-карт ресторана, средний азиатский, он бесплатно, рыбный и азиатский, он платно идет. Тренажерный зал с 9 до 19, анимация активная, есть русскоговорящий персонал. Wi-Fi бесплатно на ресепшене, номера все реновированы. Стандартные номера в 2014 году, также у них есть Superior номера и Family, это более улучшенные эти номера Superior и Family без вида на море. Вид на море стоит $20 дополнительно, нельзя сейчас договориться на ресепшене, только купив или на ресепшене доплатив $20 за сутки или в турагентстве. Чайники под запрос, мини-бар пополняют, сейф бесплатно. Стандартные номера 2 человека, они небольшие. Superior 3 взрослых, Family 3 взрослых плюс 2 ребенка. Family там 2 комнатки, одна комната небольшая для детей, там стоит двухъярусная кровать и еще одна комната. Заполняемость отеля сейчас 70%, это украинцы, белорусы и немцы, Европа. Дискотека есть до 12 ночи. Есть здесь 3 бассейна, 2 детских бассейна, 3 взрослых, 1 детский с подогревом, 1 взрослый с подогревом. Отель клиент-ориентированный. Если необходимо дополнительно какое-то питание или детское питание, которое не входит в основное меню, например, там без соли или пюре, кашки какие-то, это все можно попросить на ресепшене, и они все это сделают. Также для вегетарианцев, если будут, тоже можно попросить и сделают туда еду без мяса. Хороший, сразу начинается глубина, поэтому не надо долго входить. Также здесь рядом есть коралловый риф, на который можно сплавать и смотреть рыбок. Здесь довольно-таки хороший и красивый коралловый риф. Своего понтона у отеля нету.
стандартный номер 220308. Балкон на первом этаже небольшой, балкон на втором большой. Это с видом на море, на первой береговой линии. Это стандартный номер. Здесь две кровати. Он небольшой. Размещение два взрослых плюс один ребенок до 13 лет. Здесь вот ребенок до 13 лет. Телевизор плазменный. Бар. Санузел. Здесь душевая стойка. И здесь два входа в санузел. Бассейн. Это новый корпус. Здесь все новые номера. Superior Family. 6 корпусов новых они построили. 33-32-24 Family Room. Большая кровать и еще одна раскладная кровать. Так, смотрите, в чем разница. То есть вот здесь нет. Это во второй комнате детская небольшая. Здесь плазменный экран и двухъярусная кровать. Очень даже. В этих типах номеров нету вида на море, только на бассейн. Ванная комната большая, здесь душ, тропический душ. Мини-бар, плазменный экран. Superior, он точно такой же, как Family, только вот без этой двери, где еще одна комнатка, где стоит двухъярусная кровать. Здесь видите, большая кровать одна и вторая раскладная кровать. Размещение здесь три взрослых и два ребенка. И вот мы открыли дверь. И здесь комнатка для детей. Здесь свой бар. Вот один бассейн. Вот второй. Бассейн возле пляжа. Футбольное поле. Волейбольная площадка. Пляж. Вот он пляж. Вход песчаный. Видим, что сразу глубина. Здесь нет отливов. Поэтому пляж очень хороший. Все хвалят его. Есть бар на пляже. Здесь проходят вечера живой музыки, здесь стоит фортепиано. Это Азур бар. Здесь можно перекусить. Уважаемые зрители, огромная просьба, напишите комментарии, требуются ли фотографии в данных обзорах. We'll be right back.
привет, закончился наш первый рабочий день. Подписывайтесь на канал Викинг Туристик, самые профессиональные, лучшие фирмы Беларуси. Спасибо. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.